Наконец-таки я добралась до мойлы. Будем сегодня ее жарить на шпажках. Я ее заранее уже промыла. Далее с двух сторон хорошенько посолила и поперчила. Перекладываю в пакетик с мукой по 8 штучек. И делаем шалтай-болтай. И рыбка вся оказывается у нас в муке. Вот здесь я совершила ошибку по незнанию, прокалывала через голову, но лучше это делать где-нибудь в районе шеи, если она у рыбы есть, то есть пониже. Так как у меня при первой партии две рыбки слетели, но с остальными дальше все пошло как по маслу. Сейчас увидите на видео. Вот видите, одна отвалилась сразу, вторая при переворачивании. Со второй партии уже было все отлично, с третьей, четвертой и пятой. Также, как видите, рыбка хорошо держится и удобно переворачивать. Рыбка готова. Приятного аппетита!